Тумсо, почему ты думаешь, что ты чем-то помогаешь? Сидишь в Швеции и умничаешь. Приедь сюда, помоги своим делом, а не сиди в Швеции и а не сидеть в Швеции и учить, как жить. Брат, как поступить? Сначала снять Интерпол из себя или убежать в те страны, которые помогут с защитой? Фильм про высокогорное дагестанское село называется Чох, село в Гунибском районе. Фильм начинается со сватовства. По-моему, мать невесты или мать жениха, я не помню, кто-то поднимает тост, апеллирует на Всевышнего, там говорят, вот чтобы Аллах вам там даровал и так далее. Это все, нет никакого стеснения в этих вопросах. Ты постоянно говоришь, что Россия твой враг, что она оккупировала земли Чечни, но когда тебя прижимают кадыровцы или российские власти, сразу начинаешь пенять на российский закон. А разве не так надо делать, если тебя российские чиновники в отношении тебя поступают несправедливо? На что еще нужно пенять? Как, к чему ты их будешь возвращать, если не к их же закону? А к чему мне их, еще их призывать? По-моему, все логично. Я говорю, друзья, ваши законы, которые вы обязались соблюдать на нашей территории, на нашей земле, которую вы оккупировали, те законы, которые вы нам насаждаете, вы и должны как бы их соблюдать, им следовать. Поэтому, по-моему, все вполне логично. Было бы странно, если бы я их призывал апеллировать законами Индонезии там, или Саудовской Аравии или Соединенных Штатов Америки. Вот это было бы странно. А говорить российским чиновникам соблюдать их собственные законы, это, по-моему, вполне логично. Спор это фит на том, что оставит на Всевышнему, это будет правильно. Все, оставляю спор. Бишкек, спасибо за это напоминание. Брат, как поступить? Сначала снять Интерпол из себя или убежать в те страны, которые помогут с защитой? Проблема в том, дорогой брат или друг, что ты не можешь никуда убежать, если ты не снимешь себя с Интерпола. В этом и заключается как бы основная проблема, что большинство стран этого мира, они являются подписантами этого договора по Интерполу, и ты не можешь элементарно пересечь границу, если ты находишься в Интерполе. Поэтому, если ты уже оказался в этой базе данных, то у тебя выход только один. Это прежде всего заняться вопросами Интерпола, снять себя с этого розыска, а потом уже как бы двигаться, если ты намерен куда-то двигаться. Исключением являются такие моменты, когда, например, ты находишься в одной стране, которая не находится, не является членом вот этого договора по Интерполу, например, скажем, Северный Кипр, допустим, да? Или наоборот, скажем, ты находишься в какой-нибудь там, африканской стране, и ты хочешь оттуда перебраться куда-то, я не знаю, поближе к Европе, то в этом случае ты можешь, конечно, выбирать между вот этими странами, которые не являются членами этого Интерпола. Но твой рейс должен будет быть прямым. Если же у тебя будет где-то пересадка с паспортным контролем, то ты, дорогой друг, прибыл. Тебя задержат. Поэтому Северный Кипр, я знаю точно, что там не действует. Но Северный Кипр это как бы непризнанное в большинстве, вообще нигде, кроме, по-моему, Турции, ее и не признали. Поэтому там не действует Интерпол. И люди, которые находятся в этой базе данных, в розыске, они могут как бы туда прилетать и жить там. Их никто не задержит. Вот. Есть какие-то там африканские страны, где эта тема не работает. Но прямых рейсов там будет, конечно, очень мало. В общем, это очень сложный момент. Я бы рекомендовал не рисковать, если вы узнали, что вас незаконно разместили в эту базу данных, Россия там объявила вас в розыск международный, то в первую очередь я бы рекомендовал снять себя с этого розыска. Я, по крайней мере, поступил именно так, когда находился в Грузии. Лучше закрыть вопрос Интерполом. Это очень, кстати, адекватная организация. Это, наверное, самая адекватная организация из всех, с которыми я взаимодействовал. Они действительно справедливо принимают решения. Они реально не нуждаются в каких-то там проволочках, бюрократии и так далее. Ты просто отправляешь им свои доводы, они их без твоего ведома, без твоего участия, они их перепроверяют, для них это несложно. А если там пересекал какие-то, например, границы, у тебя есть железное алиби, что ты там, не находился там, где
где по версии России ты находился, да, по версии обвинения, то они это очень легко перепроверят и примут адекватное, справедливое решение. В общем, не бойтесь вот этого самого процесса, как бы работы с Интерполом. Да, это, конечно, долгий процесс, это не быстро работает. Там минимум полгода уходит на то, чтобы ты, как бы с момента, как ты отправил им этот первый запрос, там уходит полгода на то, чтобы они приняли окончательное решение. Плюс на подготовку этого запроса у тебя уйдет где-то две недели, например, в моем случае. Если у тебя какой-то сложный кейс, то там, возможно, будет больше времени. Если, например, нужно будет провести какую-то работу на территории России, если там нужно будет нанимать адвоката, он должен будет делать какие-то запросы, то это, разумеется, и время как бы уйдет больше. Но этого бояться не стоит, лучше это сделать. Время, оно уходит. Вы и без этого, как бы, потеряете это время. Лучше потерять его с пользой для дела и снять себя с этого розыска. Добрый вечер, Тумсо. Хотел бы узнать, как вы планируете дальше жить в Швеции, принимать их ценности или же будете жить своими традициями. Здоровья вам. Добрый вечер. Принимать их ценности. Я не совсем понял, что это значит. Мы, где бы мы ни находились, где бы мы ни жили, мы являемся чеченцами. Я лично не собираюсь становиться кем-то другим. И я и своих детей, как бы, я планирую, и воспитываю, и планирую дальше их воспитывать в духе наших обычаев, традиций. Но при этом никаких проблем с взаимодействием с этим обществом, с интеграцией в это общество мы не испытываем. Мы умеем где-то подстраиваться, принимать какие-то правила игры. В конце-то концов, мы все люди, находить общий язык, находить какие-то точки соприкосновения никогда не было этой проблемой и быть не должно. Тебе власти Швеции предоставили жилье? Давайте мы не будем вникать в подробности моего быта в Швеции. Я лишь так в общих чертах вам скажу, что все у меня хорошо, хвала Аллаху. Все необходимое у меня есть. Кем это предоставляется и так далее, я думаю, лучше нам не обговаривать эти вещи. Тумсо, почему ты думаешь, что ты чем-то помогаешь? Сидишь в Швеции и умничаешь. Приедь сюда, помоги своим делом, а не сиди в Швеции и, а не сидеть в Швеции и учить, как жить. А я вообще-то не думаю, что я кому-то чем-то помогаю. Алмат, ты, наверное, неправильно понял суть моей деятельности. Я лишь делаю то, что я обязан делать перед Всевышним Аллахом. Я порицаю порицаемое и пытаюсь это исправить хотя бы своим словом. Какой-то помощью, типа благотворительностью там, и так далее, я не занимаюсь, никогда ее не занимался. Если ты решил, что моя деятельность какая-то такая, что это благотворительность, это какая-то помощь в чем-то, то нет, ты ошибаешься. Я этим не занимаюсь. Прокомментируй, что за лев этот тигр. Он имеет в виду последнюю вырезку, такое небольшое видео, которое я закинул на свой телеграм-канал. Если кто не видел, то ссылка на мой телеграм-канал есть здесь в описании. Переходите, посмотрите. Это небольшая вырезка из большого фильма, где-то там полтора, по-моему, часа. Фильм называется «Вокруг свадьбы». Снял его какой-то, по-моему, южнокорейский режиссер. И опубликован он, по-моему, на сайте «Настоящего времени». Но я его вообще нашел на сайте «Кавказ Реалии». Как-то мне скинули информацию о нем на бот обратной связи. Я заинтересовался, посмотрел. В общем, сел, весь этот фильм просмотрел. Фильм про высокогорное дагестанское село, называется Чох, село в Гунипском районе. Фильм начинается со сватовства. Сватается жених там с невестой, ну, родственники, в общем, сватаются. Потом заканчивается все свадьбой этих двух молодых, они так условно, можно сказать, молодые, не совсем молодые. И параллельно, как бы, все, что происходит, подготовка там, в общем, это все запечатлено. Ну, в общем, я посмотрел, и я обратил внимание на вот этого молодого библиотекаря, который сам себя называет русофилом. Он говорит, что он любит русскую культуру, русских людей, восхищается там какими-то русскими классиками. И как-то очень критично высказывается
о таких людях, как я, которые имеют сепаратистские взгляды. Он является сталинистом. Он, в общем, это очень уникальные такие, в общем, убеждения у человека. А я вообще обратил внимание на этот фильм. Он меня заинтересовал тем, что там в основном все люди, представленные в этом фильме, это с точки зрения мусульманина, они все как бы невежественные, это джахили, однозначно. И меня заинтересовала вот эта вот огромная пропасть, которая образовалась в одном обществе, где в рамках одного небольшого селения проживают люди, имеющие, ну, во-первых, они имеют какие-то базовые знания о религии, и они имеют правильные как бы, политические взгляды. То есть они не ассоциируют себя с Россией, они имеют явно сепаратистские взгляды. И вот полная противоположность этих людей, которые собираются вместе на сватовстве, женщины и мужчины, старики, там, молодые, все вместе садятся за один стол, пьют спиртное, женщина, по-моему, мать невесты или мать жениха, я не помню, кто-то поднимает тост, говорит тост, они все вместе как бы пьют, при этом они как-то апеллируют на Всевышнего, там говорят, вот чтоб Аллах вам там даровал и так далее. Это все, нет никакого стеснения в этих вопросах. Открыто поддерживают Сталина. В общем, вот это вот уникальная просто среда, где совершенно противоположные люди живут в одном обществе. Мне как-то стало это интересно. Я не могу сказать, что я вам рекомендую смотреть этот фильм, он на самом деле очень скучный. Но если вам интересно, то посмотрите. انتظريني انتظريني يا قدسا انتظريني سأزيل سدودا وقيودا وسأمحو رجس الصيون انتظريني.